Один для меня новый сорт из в этом сезоне, из хорошего количества новых сортов. Сорт называется Constantino Sal Claudia. Я так понимаю, это селекция каких-то итальянских паст. Такой. Гроздевидные такие кисти хорошие. Неплохо, мне нравится. Сейчас попробуем, кто он такой и как его зовут на вкус. Такая красота. Красивый розово-красный классический цвет. Прям интригует, а то я все по экзотам. Сейчас попробуем. Должна быть вкусная классика. Неплохо с двух кисточек получилось. Довольно-довольно хороший такой урожайный сорт. Constantino Sal Claudia. Так, что у нас на вес? Покрупнее плоды 113 грамм. Средние 104,78. Ну, вот такие где-нибудь помельче. 71. Ну, получается 50-100 в среднем. И довольно такие красивые, ровненькие плодики. Слегка растрескивается. Ну, это погрешность. Не всех касается плодов. Единичные случаи. Вот такой мясистый такой разрезик. Прям такое хорошее мясо, как арбузное. Сейчас попробуем, как он, этот красавчик. Constantino Sal Claudia. Держи тебе кусочек. Спасибо. Держи тебе кусочек. Попробуем, как он. Как пюре. Угу. Очень сахаристая пюреобразная мякоть. Сладенький вкус. В семенных камерах есть кислинка. И сладость такая хорошая. Довольно насыщенный вкус. Кожурка мягкая. Угу. Но она относительно такая чуть жестковата слегка. Соглашусь. Угу. Для тех, кто любит помидоры такие вот прям мягенькие. Вот это, видимо, там для пасты, там для соуса, там в рис, может быть, отварной положить свеженького. Неплохой. Неплохой у него послевкусие. Насыщенный вкус, хороший. Хорошо генетически заложенный сорт. Ну и очень урожайный. Просто у меня, как всегда, с агротехникой так, слабовастенько. Но он тоже смог вытянуть такие красивые кисточки. Constantino Sal Claudia. Неплохой сорт, неплохой. Семена оставляем.